Всем привет! Аварийный выпуск нашего подкаста без стрима, в записи, из полевых условий, компьютер дохлый, камера отвратительная, интернет ужасный, даже не хватает, чтобы на Twitch стримить. Поэтому, как есть, надеюсь, ничего не загнется, просто задача интересная, хотелось ее быстрее порешать. Короче, вот так вот я придумал. Времени тоже, кстати, мало, 40 минут, и потом... Все, отрубаем. Но я вчера нашел классную задачу, нажимал рандомную задачу, мне попалась вот эта. Задача про зипперы. Про зипперы я, в принципе, слышал, но никогда не использовался и не задумывался, как они устроены. А тут они как раз пригодились, и я ее начал решать наивно. Наивно ее решил, но, естественно, не прошел тесты. Кажется, что нужно использовать зипперы. Сейчас будем пробовать, хватит этого перформанса или нет. Поэтому добро пожаловать, давайте посмотрим. Значит, что у нас есть? Задача Tree Manager, да? Типа, примерно так формулируется задача. У нас есть некое дерево, точнее, мы его строим по ходу выполнения задачи с помощью разных команд. И одновременно мы его строим и обходим. Команды там такого вида, типа, создать, поменять значение ноды, то есть в каждой ноде числовое значение, пойти вверх, пойти вниз, пойти влево, пойти вправо, добавить вниз, добавить вверх, добавить вправо, добавить влево. Вот как-то так вот. Вот. То есть мы в каждый момент времени мы находимся в какой-то точке. И что? Ну, собственно, да. И можем из этой точки делать какие-то операции, смотреть по сторонам, менять текущее значение и менять конфигурацию дерева. Если, ну, собственно, список команд это вот поменять значение, распечатать, пойти влево, вправо, вверх, вниз, вставить слева, вставить справа и вставить ребенка и удалить. Вот. Если делать это на мутабельных деревьях, это, конечно, тривиальная задача. Ты как бы просто у тебя просто поинтер на текущую задачу, на текущее место в дереве, и, ну, как бы нет проблем в принципе вообще, да? Вот. Но это задача из функциональных структур данных, то есть наше дерево иммутабельное, то есть мы не можем позволить себе роскоши просто менять дерево in place, мы должны создавать новое дерево каждый раз. Вот. И это, собственно, наивное решение, которое я попробовал. Да? В принципе, оно реализуется достаточно красиво даже на коже. Вот. Но перформанса не хватает. То есть вот у меня есть реализация, я ее сабмитил на какую-то реализацию, там пытался что-то оптимизировать, но основной смысл такой, что вот у нас change, мы просто берем вот в это дерево, идем по пути, к которому мы сейчас находимся, и там делаем asoc in. Asoc in – это такая функция, которая заходит глубоко в дерево, что-то там меняет, и потом наверх все деревья вокруг него тоже обновляет, чтобы они включали новое значение, а не старое. Старое остается неизменным, как оно раньше и было. Вот. Такие дела. И этого перформанса не хватает. То есть вот это мое решение, которое я вчера пробовал. Сейчас где-то тут можно нажать submissions. Да, и вот у нас видно, что terminated due timeout. Если мы пойдем сюда, это то же самое решение еще раз. И вот у нас тест-кейсы, которые по функциональности, видимо, они все проходят. Тест-кейсы, которые не по функциональности, а по перформансу, они не проходят. Например, тест-кейс 11, у нас 100 тысяч операций нужно сделать. Вот. И оно не проходит. Поэтому мы сейчас попробуем написать зиппер так, как я его представляю себе. Я ничего не читал, но вот эта задача, она как бы она сделана так, что она как бы построена, чтобы ты сам догадался до правильной реализации, да? То есть формулировка задачи, задача сформулирована так, что ты напишешь как раз те самые зипперы, получается. Ну, у тебя просто вариантов нет. И это классно, но это мне очень нравится такой способ что-то новое изучать, потому что ты, ну, сначала тыкаешься, пытаешься как-то наивно решить, потом понимаешь, что есть проблема, и понимаешь, в чем эта проблема, и понимаешь, что именно добавляет тебе это решение. Потому что, ну, до этого зипперы, что такое зипперы? Ну, зипперы, ну, по дереву ходить, нафига ходить по дереву, непонятно. Вот, а тут как бы вот задача построена для того, чтобы ты сам догадался на нужное решение. Значит, давайте мы будем решать на кложе, на хакер-ранке есть кложа, слава богу. Значит, мы прибьем здесь, вот есть tree manager, да, мы создадим новый файл, назовем его, там здесь неправильно написано. Мы назовем его, так, давайте я все скопирую, tree manager zipper. Вот так вот назовем его. Значит, spy, concat v, update v. Ну, вот это, возможно, нам и не понадобится особо.
сейчас. Не, ну, короче, эти функции понадобятся. Ну, конкретно твоя может не понадобиться. Дальше exec, короче, нам не нужен. Ну, пока не нужен, да? Это, собственно, тело этой самой функции. Solve нам нужен, потому что solve, ну, по сути, ничего не решает. Он просто парсит input, и он тоже остается. Вот. Тесты нам, конечно же, нужны. Вот этот тест мы закомментируем, что это большой тест на 100 тысяч операций этих самых. Значит, здесь мы напишем 3 менеджера zipper. Так, ну да, вот это, короче, утилитарные функции, на самом деле, ничего особо не делают. Типа они там что-то пытаются оптимизировать. На самом деле, ничего не оптимизируют, и это можно было бы написать. Ну, вот update inv, да, возможно, они нам не пригодятся. Ладно, lastv, bastlastv, это те же самые, это функции, которые есть в Clojure, но они, типа, оптимизированы для векторов. Потому что last, например, в Clojure очень медленный для векторов, он работает через sequence abstraction. А, ну, для вектора мы можем просто random access сделать. Вот. Ну и, собственно, нам нужно написать здесь функцию exec, которая принимает дерево операцию и возвращает дерево, да? Ну и, может быть, нужно написать еще первое дерево. Так, окей. Короче, значит, пойдем, значит, что мы хотим сделать, да? Мы будем делать немножко по-другому, но тем не менее. Дерево у нас теперь будет, это будет массив, значит, ну, собственно, это будет дерево. Какое-то, да, здесь пока не знаем, что это такое. Это будет путь в это дерево. Вообще говоря, это будет zipper, а не дерево. Давайте назовем ее zipper, вот так вот. Сейчас расскажу, что такое дерево. Ну, по сути, что такое zipper, извините. Значит, по сути, zipper — это структура данных, которая у тебя отдельно хранится мутабельное дерево и мутабельное дерево. Отдельно хранится путь, в котором ты сейчас находишься в этом дереве, да, и отдельно какой-то набор операций, которые ты сделал в данной точке, но еще пока не применил. Вот. Значит, ну и примерно вот так вот, да, здесь плюс еще будут какие-то операции, но это нам пока не очень нужно. Ну, давайте там, допустим, set value мы назовем. И set value у нас будет, ну, nil пока, правильно? Потому что мы ничего не хотим. Ну, да, давайте сделаем, короче, все. Распишем, что мы хотим примерно, да? Значит, мы хотим set value, мы хотим add children, тоже nil. Значит, мы хотим prepend nil и append nil. Это, значит, соседи слева, соседи справа. Это дети, и это значение текущей ноды. Вот это путь в дереве, а это само дерево. Дерево у нас, значит, будет следующим образом. Каждая нода — это вектор из value и что там. Вот. На самом деле, типа, вот так вот. То есть, может, кстати, не делать так. Давайте так не будем делать, потому что это не очень здорово. Давайте дерево у нас будет, это значит value и children. Так, вот. Это, короче, ноды, да. Соответственно, у нас первое дерево, оно начинается с ноды 0. Ну и children. Пустой список. Да, можем использовать пустой список, можем использовать нилы. Кому как нравится, значит, мне на самом деле Нил не очень нравится. Вот, ну, прям так, это наше дерево, это его корень. Значит, путь в этом дереве пока пустой, то есть мы никуда не хотим... дергаться. Так, и, значит, у нас есть функция exec, op и zip. Значит, пошли писать функцию exec. Exec у нас принимает zipper, да, и давайте сразу его раздестракчуем. Szipper и операцию принимает. Значит, destruction — это у нас tree, pass, set value, add children, prepend, append. Окей, это значит наше дерево. Давайте следующий, да, путь, который следующее, что мы должны сделать, это замачить операцию, собственно. Да? Значит, операция у нас мачится как? Мы будем использовать contp.
Это, на самом деле, волшебная функция в Clojure, которая очень наркоманистая, то есть, когда читаешь по ее документацию, там очень много очень странных конструкций. Но и она очень редко пригождается, но когда пригождается, она прям... И вот одно из ее использований — это какую-то строку попробовать на разные регэкспы. Вот. Соответственно, что происходит? Она принимает два операции, потом массив условий. Да? Вот это наша операция, это наша функция, это второй аргумент, не первый. Вот здесь вот будет подставляться то, что мы будем здесь перечислять. А это ее второй аргумент. Вот. Соответственно, это будет все подставляться вот в такую вот конструкцию. Вот. И да, почему она редко нужна? Потому что ну, не все функции вот так вот подходят. То есть, допустим, я вчера пытался на substring или starts with, да, и здесь, по идее, у нее нужен второй аргумент, а не первый, и уже эта функция не подходит. Вот. Короче, очень такая штука. Я не видел, на самом деле, нормальных использований, кроме rematches. Но вот rematches она подходит. Значит, первая операция, которую мы хотим сделать, это операция print. Да? Ну, допустим, значит, print не принимает аргументов. И... Значит, мы должны просто-напросто println сделать, либо setValue, то есть если мы текущую ноду уже поменяли значение, то мы пишем то, на что мы поменяли, либо делаем getIn treePath. И в path мы еще добавляем value, то есть мы доходим до той ноды, которая нам нужна, вот эта, да, какая-то, и еще мы добавляем всякий случай value, потому что нам нужно, собственно, value распечатать. Вот. И все. И возвращаем zipper. То есть этот do будет, да, неявный. Вот. Но здесь больше ничего не нужно. То есть мы, типа, print не меняет дерево, не меняет нашу позицию, ничего не меняет. Вот такая простая конструкция. Значит, дальше. У нас есть функция change. Давайте посмотрим, как она, вот этот синтекс, change x, да. Соответственно, это значит, что мы принимаем change d, типа, любое количество цифр здесь, да. И вот тут начинается вот еще один момент, который есть в конп. Опять же, я очень сильно подозреваю, что он сделан так именно потому, что он под rematches делался. Да? У него есть, кроме того, что ты проверяешь вариант, ты можешь на самом деле еще забиндить результат вот этой функции. Это опять же очень наркоманистая штука. И у меня, если были идеи, у меня вот есть функция cont плюс, может быть, переписать под нее. Кстати, надо под нее переписать. Давайте под нее перепишем. Ну-ка, у меня здесь есть какой-нибудь конт плюс мой? О, в Construction есть. Отлично. Это, ну, можно тоже, кстати, скопировать в Warning Reflection. Хотя у нас Reflection вряд ли там будет где-то. Так, давайте это, короче, хорошее дело. Это макрос, который я таскаю с собой везде. Я уже про него рассказывал. И он работает примерно как конт, только в середине можно засунуть, короче, let. Вот. То есть ты типа проверил такое условие, проверил такое условие, потом такой. Так, мне нужно еще вот такое значение. Присвоил это значение. И дальше в последующих условиях ты можешь его использовать. Вот, чтобы не огородить вложенные конды. Это все типа, ну, кайф его в том, что это все раскладывается на один уровень. Вот, мы хотим здесь сделать when sum. Просто when сделать. Нет, when sum. Значит, when sum будет говорить, что... sum... Сейчас. Ну, значит, давайте я накидаю, как это должно выглядеть, да. Это, собственно, моя идея в том, чтобы cont_p не использовать, а сказать when sum, допустим, n e-matches regex_pop. Да, вот так вот сделать мы хотим. Значит... Ну, вот его не красота...
немножко, да, в том, что все остальные типа парные, а здесь оно троичное. Но что ж, if some expert, то есть это, собственно, binding expression, да? Тест мы пропустили, binding expression. Если оно выполнилось, то мы говорим first test. Мы говорим даже как? Мы говорим do first test. Do не нужен, наверное. Так просто говорим. Да? А иначе cont plus. И здесь вот next rest. Странно, да? Получается. Next не уверен, что будет работать. Ну давайте попробуем, что, как бы. Мы же тут развлекаться пришли. Значит, con плюс. И еще один плюс, что мы можем вместо regex здесь, собственно, делать условия простые. Да? То есть если op равно просто print. А здесь вот мы можем говорить when sum. Значит, n re matches бла-бла-бла, оп. И это мне больше нравится, потому что тогда нам не нужно городить анонимную функцию. А в cont p тебе нужна анонимная функция. Значит, давайте, when sum, если эта, короче, штука замачилась, да, то мы хотим что? Сказать async zipper setValue long parse long n. Вот так вот, да? Ну и, в принципе, все. То есть, не-не-не-не-не, что это? А, да, все, setValue. Но, как бы, смотрите, мы поставили setValue, но на самом деле дерево мы не поменяли, да? И это самый, ну, кайф вообще этой штуки. Потому что мы можем захотеть сделать в локальной точке несколько операций, и менять дерево на каждую из них было бы дорого. То есть смысл зиппера в том, что мы сейчас будем копить эти операции, а когда мы из этой точки уйдем куда-то, тогда мы их все применим. Вот, ну, как бы такая штука. Else, короче, spy zipper. Вот так. Значит, что это такое? Spy — это println и вернуть текущее значение. Ну, короче, мы пока другие операции не будем. Ну, когда так, да, давайте запустим просто и посмотрим. А, не-не-не, сейчас мы не запустим, блин. Сейчас мне нужно поменять. Здесь вот неправильно. У меня старая версия запускается. У меня здесь ваш скрипт, который запускает новую версию. Вот старая версия, короче, работала за 10 секунд, что очень долго. Вот. А новая версия не работает, потому что мы ничего не сделали. А вот в конце set пыли. Да? Так, ну-ка. Ну да, потому что у нас. Хотя вот у нас change 1. Стоп, это какой тест? Это case 1, да? Case 1. А есть еще. Да, ну вот, setValue 1, и, короче, вот он здесь вот прописался, все остальное у нас типа не трогается. И это хорошо. Ну, как будто что-то работает, да, то есть, ну, как минимум, setValue вот в этом тесте тоже у нас здесь insert, visit, print, да, и в конце у нас идет вот change. Print, ну, что-то печатает, короче, там вроде как должен. Да, вот change. Окей, супер, значит, change сработал, значит, возможно, в конп мы не намудрили. И это уже хорошо. Вот. На самом деле, when sum, я как бы я к ней еще не привык, к этой я вчера придумал. Вот. Обычно я делаю let, но если сделать let, у него какая проблема? Значит, и здесь потом типа sum n, да? Значит, проблема в том, что это n будет доступно во всех ветках внизу. А мне на самом деле вот этот n, если здесь вот не замачивалось, оно не нужно. Иногда нужен лет, иногда нужен действительно в других ветках, а иногда не нужен. И вот он сам, как бы, его концепция в том, что он оставляет этот биндинг локально. Вот. Это, конечно, птичий язык, это псевдоклозер, но зато, мне кажется, довольно изящно.
Ладно, бла-бла-бла, как говорится, да? Давайте следующую функцию реализовывать. Значит, change x print мы реализовали. У нас есть visit left, visit line. Визиты, короче, мы пока оставим на потом. Значит, insert left, insert right, insert. И вот x сделаем. Давайте начнем с insert child. Значит, child добавляются. Сейчас. Insert new node as the leftmost child of the current node. То есть, то, что мы добавляем в чудов, они всегда добавляются слева. Это значит, что на самом деле insert child... Давайте, кстати, давайте их называть просто insert. Давайте так и называть. Insert left, insert right, insert child. Только у нас... children, потому что она может накопиться, да, и здесь, соответственно, у нас будет insert children, здесь будет insert left, и здесь будет insert right. Значит, здесь вот есть особенность, и нам ее бы не продолбать, insert children будет список. Почему список? Потому что поскольку insert child добавляет нового чайлда самым левым, то есть у текущей ноды уже могут быть чайлды, да? И insert child должен добавлять его слева. Если мы делаем insert child несколько, то они как бы в обратном порядке. То есть мы делаем insert child 1, insert child 2, insert child 3, да? А в итоге мы должны получить последовательность 3, 2, 1 и потом старые чайлды. Вот. Чтобы это провернуть, мы, собственно, говорим assoc... Нет, не так. Update zipper, insert children. Значит, вот это поле надо обновить. Мы говорим conch, и мы говорим, значит, child. Ну, опять же, вот вот это вот, да? Да. Так вот. Ну, как будто бы мы типа допихали чилов сюда, да? Дальше. На самом деле, давайте insert left сделаем. Это все. Цветочки, ягодки начнутся, когда нам нужно будет писать функцию flush. То есть мы вот это все копим, а в момент, когда мы из этой ноды хотим уйти, мы должны фигануть flush на самом деле, да? То есть зафлашить все, что мы тут нафантазировали, и потом уже двигаться, то есть применить, собственно, эти изменения. Тогда-то вот эти все нужно будет нам разгребать конструкцию. Но пока... это неинтересно. Значит, смотрите, insert left. Да, insert left, insert a new node with value x as the left sibling of the current node. Вот здесь у нас последовательность нормальная, да, то есть если мы вставляем insert left 1, 2, 3 подряд, то у нас они будут слева от текущей ноды 1, 2 и 3, да, то есть здесь у нас должен быть, собственно, вектор. А здесь мы ничего не... Конш не меняется, на самом деле, конш зависит только от того, какая здесь структура данных. Вот здесь вектор удобряется конец, в это начало. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо, да. Вот. Но тем не менее. Что еще? А, да, insert right. Значит, вот insert right мы вставляем типа справа. Здесь это примерно так же, как у insert children. Вот. Insert right. Ну, кстати, код довольно хорошо себя пишет. Вот. Здесь insert right мы опять же должны, да, сказать. Вот так вот. И что еще? Что еще? Да, инсерты мы сделали. Delete, ну, давайте delete сделаем. Delete, на самом деле, не требует флаша, поэтому его достаточно легко сделать. Ну и красота, собственно, delete в том, что... Да, вот здесь вот нам не нужно ничего вот это писать, да? Нам нужно просто равно delete. Оп. И, значит, update zipper. Значит, мы должны вернуть следующее. Сейчас. Если мы навставляли... А, нет, здесь, кстати, флаш нужен будет.
Это мы оставляли слева и справа. Children нам не нужны, а вот left-right нужны. Так, ладно, delete не так просто сделать. Окей, давайте запустим пока посмотреть, что получится. Ничего не падает ли чего-нибудь? Вроде ничего не падает, да, пока. Вот, значит, дальше нам нужно, собственно, написать flash. Сейчас insert left, insert child, visit child, visit left, visit right, visit parent. Короче, если мы делаем визиты влево, вправо, в parent, в child или delete, вот в этот момент, да, нам нужно сделать flash. То есть, на самом деле, здесь мы сейчас сделаем следующее. Мы сделаем вот что. Вот такую конструкцию мы сделаем. Мы еще раз перебиндим все те же значения, что не очень, конечно, хорошо, но мы запустим exec, zipper, операцию flash. Этой операции типа формально нету, да? Но мы ее сейчас напишем. Значит, no flash. Оп. Значит, и тут нам нужно, собственно, сделать несколько вещей. Во-первых, сама наша текущая нода, ей нужно добавить чилдов. Да? Для этого мы должны сказать, что... Ну, давайте, значит, вообще, ну, типа, мы берем 3, да? Дальше мы говорим update in pass, значит, conch pass сейчас children, то есть это у нас сейчас показывает нашу текущую ноду. Здесь на самом деле cont сделаем мы потом, но... Вот так вот мы сделаем not empty insert children. То есть мы, ну, типа, эта операция имеет смысл только если мы что-то вообще хотим сделать. И, значит, вот здесь вот у нас получается типа взять children, да, то есть здесь мы сейчас... Нам нужно сделать concat v, то есть мы хотим, чтобы это остался вектор, поэтому у меня там, собственно, эта функция написана. Мы хотим сделать concat v, concat v insert children, то есть то, что мы, собственно, наставляем слева, и потом то, что уже было, да, то есть то, что было вот здесь. Как будто вот так. Как будто вот так. Значит, insert left. Ну давайте, да. Значит, самое простое это, собственно, value, да. Сам set value. Значит, если у нас есть некий set value, то мы просто говорим вот так вот. Здесь говорим soc in, а здесь двоеточие value. И set value. Вот так. О. Супер. Значит, потом мы говорим бла-бла-бла. Soc in, update in. Все эти функции, как правило, должны хорошо работать. Да, вот здесь вот нужно сейчас сделать вот так. То есть мы не... Это всего лишь дерево, да? Это не весь результат, который мы хотим вернуть. Хотя нам... А нужно вернуть zipper, потому что не дерево. Вот пока мы только дерево возвращаем. Значит, not empty, давайте, not empty, insert left. Значит, значит, здесь у нас нужно взять pass, but last v. Ну, давайте сейчас я покажу, почему, да. Значит, смотрите, pass у нас будет, скорее всего, примерно такой. Значит, children, потом, допустим, 0. Это значит, мы пошли в children 0. Потом это будет children 1. То есть примерно такой. Значит, соответственно, если мы возьмем but last, мы возьмем вот этот путь, да.
Это то, что нам нужно поменять. То есть нам нужно отредактировать массив родителя. А здесь мы, кстати, можем сделать вот что. Or даже сделать. То есть если хотя бы один из insert left или insert right не пуст. Потому что все равно раздербанивать, значит, массив, да? Значит, смотрите. Update but last web pass. Здесь мы говорим, что у нас будет функция от siblings. Да. От siblings. И вот здесь, короче, следующий момент. Давайте я вот это напишу. Ну, допустим, 25, 34, вот так вот, да. Значит, нам нужно сделать concat v из следующего. То есть мы должны взять все значения до нашего приятеля. То есть если наш приятель, допустим, take siblings. Здесь нужно где-то лет сделать еще. Index это last web pass, это собственно индекс нашего приятеля. Значит, мы должны взять, то есть если индекс у него, допустим, 1, то мы должны и взять 1, да, вот так вот. Значит, мы должны взять вот это, дальше мы говорим insert left, дальше мы должны взять собственно нашу собственную ноду. Это будет get in. А, здесь это будет, короче, ends siblings idx, да. Дальше мы должны вставить insert right. И дальше мы должны drop siblings ink idx. То есть мы должны дропнуть самого себя. Вот так выглядит, короче, эта вся штука. Значит, set value мы обработали, insert children обработали, left right обработали. Ну, как будто бы все, да. И возвращаем мы из этого приключения новое дерево. Значит, pass остается точно таким же. Вот, set. А вот set value. Это теперь у нас nil. Insert left. Это теперь такая штука, да. Left у нас прямоугольный. Children right круглый. Это надо как бы куда-то перенести, но пока не знаю. Right. Insert children мы сделали. Окей, супер. Значит, это наш флаш. Это мы зафлашили дерево. Да? Давайте запустимся. Скорее всего, что-то сломается. Bindings. Так, что такое? Здесь что-то не то с летом. А, да, ну конечно, я не могу так делать. Ну, да. Ну, короче, лет перейдет вот сюда. Значит, давайте вот так сделаем. И вот так. Потому что мы же внутри стрелочки. То есть у нас здесь вот сюда на первую позицию должно попасть наш момент. Значит, индекс, да. Ну, как-то так. Ну-ка. Время уже подходит к концу. Напряжение растет. Ну, как будто ничего не падает. Но у нас типа ничего не работает, потому что мы еще не сделали функции visit left right, там вот это все, да, то есть нас осталось сделать функцию visit left, visit right и visit parent и visit child. Окей, погнали. Значит, visit left, visit right, visit parent не принимают ничего, соответственно, мы делаем это вот так. Это, кстати, простые функции, типа visit left, да, это значит, что нам нужно update in zipper pass. Сейчас
вообще говоря, так, да. То есть нам нужно в зипере обновить путь. Сейчас. Путь, а у этого нужно сделать deck count pass, то есть последний элемент в пути, это, собственно, вот этот вот индекс, да, вот этот вот. Нам нужно ему сделать deck. Вот так вот. Путь — это вектор, правильно? Правильно. Да, и visit right, например, то же самое. Значит, только здесь ink. Нам, опять же, нам гарантируют, что операции корректные все, да, в правильной последовательности, всегда выполнимые, это нас очень спасает. Дальше нам нужен visit parent. Visit parent — это тривиальная функция, точно так же, значит, значит, нам нужно просто update zipper pass, и здесь нам нужно butLast сделать. Вот так вот. А, так нельзя, конечно, делать, но давайте вот так сделаем. И здесь мы еще сделаем вот так. То есть нам, конечно, нужно два элемента с хвоста выкинуть. То есть нам нужно выкинуть это число и, собственно, двоеточие children, потому что, ну, короче, потому что у нас путь перемежается, да. И, наконец, самая интересная функция — это visit child. Вот, мы опять же здесь надеюсь, что уже, так, здесь нам нужна вот такая вот херня, что мы уже, так, insert, кстати, я, кстати, зря пишу вот эти дефисы, здесь нет дефисов. Так вот, visit child, здесь индекс child, причем он начинается с единицы. Вот, опять же, здесь достаточно просто. Нам нужно сделать conch children и ink long, sorry, deck parse long, потому что это one based index, нам нужен zero based index. Вот так вот. Ну, как будто все. Что, не работает? Ну, это потому что... Потому что что? А, delete мы еще не написали. Ну, delete сейчас напишем. Значит, Delete. В принципе, delete достаточно просто пишется, похож на flash чем-то. Ну, сейчас напишем. Сейчас разберемся, что-то не работает. Persistent vector can be cast to number. А, значит, в строчке 60. Строчка 60. Take sibling six. Здесь я, короче, все время путаю, какой порядок у аргументов функции take. Она сначала число берет, потом последовательность. А ends берет сначала все число, господи. Все очень сложно. Вот. Так, теперь что-то не работает. Все еще не работает, да? Почему? У меня есть еще функция take. Функция 60. Я уж не сохранил. Нет, сохранил. Ну, это должно дать нам чемпионов, да, и мы, типа, чуть не работает, так, ладно, что не работает, почему persistent vector can be cast to number и dx? Ну, давайте здесь сделаем. Здесь, короче, проблема еще в том, что там zipper op. Так сделаем. Давайте посмотрим, что происходит. Значит, дерево такое. Print insert child. Вот мы в insert children попали. Visit child. Значит, здесь у нас должен был бы pass поменяться. Да, и вообще flash должен был сделаться. А, вот мы пошли в visit child, значит, и мы пришли с тем же деревом во flash. Вот мы вписали первому children, значит, в pass мы вписали, вот здесь вот что-то не то. Вот что, я понял. Да, вот так вот нельзя делать, конечно. Нам нужно, сейчас,
Вот так вот сделать, да, conch children. И conch, что я веток еще ставил. Так вот. А вот это не нужно. Бум. Два конжа, короче, делать нужно. Так, ну теперь, надеюсь, что-то уже другое, да? Error. Чё? А, не совпало, я так понимаю. Или что? Long can be cast to associative. Вот это вот уже не очень. Строчка какая? 53, да? 53, 53, здесь вот. Значит, в pass moving children. А тут как будто должно работать, да? Должно работать. Давайте посмотрим, что. Что-то не так может здесь. Set left and set right. Значит, мы пытаемся, короче, зафлашить вот эту херню, да? У нас insert right. А мы почему-то падаем в 53-й строчке, которая insert children. Очень странно. Insert children при этом пустые. А почему мы тогда мы этого выбираем? 53. Вот, короче, это непонятно, почему мы так попадаем. Ну, кон-стрелочка, вот условия, вот то, что делать, вот условия, да? Вот то, что делать. Вот еще одно условие. Вот еще одно то, что делать. Так, вот здесь, короче, странно. Ладно, давайте посмотрим. Дерево, короче. Или один, children. А, стоп, а я же children-то неправильно добавил, да? Да, точно. У меня же ноды-то, я ноды как число добавляю, надо добавлять, значит, вот так вот. Value. Так надо добавлять. Во. Ой. Так, смотрим. Чем там ругается? Неправильное количество аргументов передали в concatv. Да, concatv — это колхозная функция, которую я зачем-то наколхозил в попытках соптимизировать. Ну, короче, посмотрим. Вот, теперь пошло что-то другое, да. Уже, это уже хорошо, потому что у нас нереализован delete на самом деле. Вот, delete, значит, что delete? Давайте delete. Так, да. Delete меняет одновременно, значит, и zipper меняет одновременно и путь, потому что нужно поскочить наверх, значит, и само дерево. Давайте вот здесь вот мы хотим примерно вот такое. Примерно такое, да, только без нашей собственной ноды и без, собственно, update in but last pass, то есть children of, это, собственно, мы из родителя пытаемся себя, собственно, выкинуть. Вот это нам нужно, вот это все не нужно, короче, вот такое получается. Это мы выкинули, да? И, значит, update pass, или даже sock pass, but last pass. Вот last v. Так, вот. Это, собственно, наш delete будет. Ну-ка. Не равно, да? 3-3. Окей, ну дальше дебагинг, собственно, пойдет. Значит, print. Это дерево до insert child. Значит, мы insert children. Наш children появился.
где-то здесь, типа flush нам не нужен, visit child вот здесь вот происходит, да, мы вызываем flush. Значит, flush нас, что нам flush возвращает? Ну вот он вставил children первого, да? Visit children. Значит, update pass, children 0, set value, и это все сбросил. Хорошо, теперь visit parent, да, visit parent вызывает flush, собственно. А flush, по идее, ничего не делает. И вот здесь visit parent не сработал почему-то. Вот, короче, visit parent не сработал. А вот что я не написал вот здесь вот. Вот так. Значит, давайте сделаем здесь вот так вот. И типа pass у нас уже есть. Типа, да. Вот. Давайте теперь снова смотреть. Так, ну здесь вот visit parent, короче, вызывается flush, и мы типа зашли в parent, как будто правильно, говорим print, да, print должен 0 напечатать. Дальше мы говорим insert child, и попадаем в insert children, окей, да, visit child. Теперь у нас должен броситься flush, вот это 485 должно стать перед вот этим, во, отлично. И... оно типа встало перед этим, а теперь нам нужно, собственно, ага, вот смотрите, везет child 1, да, это значит первого child, да, нужно посетить, где он везет child, это значит типа нулевого надо посетить, нулевой у нас вот этот, а он у нас посетил почему-то, а нет, вот, pass children 0, да, все правильно, короче, insert left. То есть мы находимся типа вот в этой херне, да, insert left должен ставить нам вот этого перед, и где-то здесь, а, где мы находимся, кстати, в первом челде, то есть мы находимся вот здесь, insert left, тест вообще сошелся или нет, я что-то это, не сошелся, да, 0-0, не то. Ладно, перерывчик, потому что мне надо бежать, а потом мы это все доделаем. Так, я вернулся, продолжаем разбираться. Давайте вспомним, что у нас там было. У нас не проходил тест, да? Значит, причем оба теста не проходили. И давайте смотреть, что происходит. Значит, insert child у нас как будто правильное, да? Нет, сейчас. Мы типа делаем insert child, идем в child, да? Идем обратно в родителя, печатаем родителя, вставляем второго child, он должен ставиться слева, правильно? И потом говорим visit child 1. То есть вот в этот момент flush должен ставить child первого слева, вот он вставился. И visit child 1, children 0. То есть мы попали вот в этого приятеля. Супер. Теперь мы говорим, мы находимся вот в этом приятеле. И мы говорим insert left. Да, вот эту вот ерунду. Вот. А после этого print. Значит, мы зарекордили insert left в данный момент. А после этого мы говорим insert right. Мы зарекордили, соответственно, что у нас? Insert left вот этот остался приятель, insert right остался вот этот. Пока все хорошо. И тут нам говорят visit right, короче, да. Вот случается flush. Значит, и flush должен был 41885 поставить слева. Потом идет вот этот. Потом должен был идти бы вот этот. Да. И потом должен был идти insert right. Короче, ерунда получилась какая-то. У нас идет вот этот левый, потом вот этот. Потом должны идти мы сами. А, не, логично. Вот это мы сами. Вот он insert right. Может, я insert right неправильно понял? Так. Insert right. 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 Insert right
То есть, ну да, 784. Ну, как бы, типа, правильно, да? И мы должны... А у нас была задача визит райт. Мы... А, все, я все вспомнил. Короче, наша засада в том, что когда мы делаем инсерты или флаши, да, вот, мы не сдвигаем пас. То есть, на самом деле, если мы сделали какие-то insert left, то нам нужно последний пас... update v pass dec count pass, то есть это последний элемент паса, значит, нам нужно прибавить к нему столько, сколько было insert ставлено слева, то есть вот так вот. Во. Не получилось что-то, да? Update v неправильно, потому что... Что обновляем? Где? А, ну потому что это тоже моя колхозная функция, короче. Обычно апдейт быстро работал, что я хочу, чтобы везде были вектора, потому что нам важно там сохранять именно тип данных, да? Окей. Сейчас. Я правильно понимаю? Если мы вставили, допустим, одного чувака левее себя, то наш индекс должен был вырасти на 1. Это вот мы последний индекс и редактируем. Правильно? Вроде правильно. Что это такое? Индекс аутов что-то там. 3 менеджер zipper 30, короче. 30 это вот здесь вообще. Update v. А, что я в update v накосячил? Count pass. Типа count pass мы не можем обновлять, а count pass минус один можем, правильно? И какой-то end, короче. Что не так? Ну, хоть из 69, да, из 69, что-то, короче, не так. Может быть, здесь... Ну-ка, пас. Единственное место, где пас. Где-то же я еще менял пас, да? Вот. И вот он два откуса. Пас. Ну вот, dec count pass, правильно? Update in zipper pass. Pass, dec count pass, plus count insert left. Ну, что-то непонятно, что тут. Давайте отладочную печать сделаем. Да, spy pass. Какой момент мы ломаемся? Значит, пас у нас пустой. Да. А здесь еще получается минус один, да? Ну, тогда нам нужно... Так мы сейчас сделаем. Значит, пас со штучкой. Это будет тоже count pass, если not empty вот это. Короче, смысл в том, что это не работает для рутовой ноды. Для рутовой ноды нам нужно сделать update. Вот так нужно сделать. Вот. То есть все правильно написано, просто для рутовой ноды не работает. One fails, no worse. То есть один раз сломалось, 1.3.3 все равно. Сейчас будем вот это, значит, дебажить. Все подумаю, где-то мы, может, еще накосячили. Insert left нужно двигать пас. Логично.
Логично, как будто бы. Если мы делаем delete, мы удаляем pass и удаляем себя. Zip end, zip left, zip right. Вроде все нормально вроде. Все нормально. Так, ну один тест уже прошел. Что радует, да? Какой тест не прошел? Вот этот 1, 3, 4, который. Ну давайте его смотреть. Все это может, конечно, закончиться историей с тем, что перформанса не хватает все равно, даже и с зиперами. Я тогда очень расстроюсь. О, я как раз прошел тест кейс 1. Тест solve не прошел. Ха. 1.3.3. Окей, поехали. Значит, мы меняем change на 1. И это у нас делает set value 1. Окей, печатаем. Печатали 1, да. Вставили челда 2. Значит, вот он все пойти в первого челда. Значит, делаем flash. И оказываемся children 0. И вот от него child с цифрой 2. Ставить справа троечку, пойти вправо. То есть вот мы, значит, здесь должен где-то флаж произойти, вот мы ставили троечку и пошли вправо, то есть вместо нулевого индекса у нас единица, то есть мы сейчас здесь, да, 1, 3, 3. То есть, ну, в смысле, 3, печатаем, получаем тройку, все хорошо, вставляем справа четверку, опять вот эта вот ерунда. Удаляем текущую ноду visit child. Так, удаляем, уже delete не работает. Вот delete, короче, flash, и после flash мы получаем, что ничего не получаем, да, как будто. Короче, вот тут delete не сработал. 2, 3. Мы находились в ноде 3. Должен быть ноде 3. Короче, delete не сработал. Окей. Что с delete? Что с delete? Мы берем зиппер, удалить, вот у нас твой так, так не будет работать, да? Нам нужно, значит, cons 3, вот так должно быть. Ну-ка. О, сработало. Ха-ха-ха. Так, где у меня там спай засунуть? Вот эти вот, ой. Не нужны, чтобы отладочной печати не было. Тесты, значит, раскомментируем. Все заработало. Окей, супер, 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 супер. Ну, типа, я неправильный путь указал для delete. Окей, момент истины. Значит, вот этот тест-кейс на 100 тысяч операций. Нас интересует, сколько времени займет с нашими новыми зиперами. Ха-ха! 196 миллисекунд. Вместо 10 секунд 196 грёбаных миллисекунд. Ну, это то есть, что, 50 раз быстрее. Зиперы гениально. И это я еще развесистые вот эти всякие деревья сделал, чтобы там... Короче. То есть там у меня были оптимизированы вектора, я там всякую вот эту фуфло, типа concatv. Concatv, кстати, можно вообще переписать, он на самом деле... Concat V это, значит, век apply, вот так вот. То есть это, по сути, просто, ой, concat. Это обычный concat. Ну, чуть-чуть поведи, но это не принципиально. Это даже может быть флуктуация. Да, значит, update v in. На самом деле и update v, и update v in могут быть. Ну, update v in на самом деле нужен, потому что у нас здесь есть специальный случай пустого пути, когда мы применяем просто к текущему элементу. In так не умеет. Не знаю почему. Вот. Last v тоже хорошая штука. Вот last v. Ну, короче, это можно оставить. Вот. Самое главное, что это все заработало. То есть мы идем. И заработало очень быстро. Копируем, блин, сейчас. Копируем эту байду. Идем на хакер ранг. Стираем предыдущую всю байду.
Вставляем новую нашу, раскомментируем Solve, проверяем, что все компиляется, что нет какой-нибудь там импорт не вставлен, какая-нибудь такая байда. Ну, работает. Жмем Submit. Момент триумфа, скорого триумфа, я предвкушаю. 18-й тест-кейс, по-моему, был сломан. Какие-то из них были сломаны. Ну, здесь каких-то два из них работало, а остальные, начиная с 11-го, были сломаны. Ну, там, 15-16-го работало. Ну, держим пальчики, ребят, держим пальчики. Должно все. Очень хочется, чтобы все прошло. Давай, докер, не подведи. Надеюсь, те, которые сейчас, они просто еще не запустились, запускаются по очереди, не в том, что они долго исполняются засады. Все отделенные галочки. Готово, мастер. Проверяй. Блин. Ну вот, Zipper, великая штука. Рекомендую. Еще раз напомню, что это структура данных, которая используется для того, чтобы редактировать дерево, находясь внутри этого дерева. То есть ходить и редактировать дерево. Мы реализовали, значит, несколько операций, таких как распечатать ноду, поменять значение текущей ноды, вставить ребенка, вставить соседа слева, вставить соседа справа, передвинуться по дереву влево, передвинуться по дереву вправо, перейти вверх, перейти вниз, удалить ноду. Вот. То есть, насколько я понимаю, Zipper, они, кстати, есть в стандартной библиотеке Clojure, может быть, можно было с помощью них написать вот эту всю штуку, и было бы даже короче. Вот. Но, насколько я их понимаю, они, собственно, нужны в основном для редактирования XML. По крайней мере, ну, они универсальны, на самом деле. Но, по-моему, реально используют они только более-менее для XML используются. Вот. Когда тебе нужно пойти там куда-то туда, дошел до какой-то ноды, поднялся вверх, пошел вправо, что-то еще заделал, и в итоге потом сказал Submit или типа флаж, как у нас, да, в конце, и у тебя на руках новое дерево. То есть оно и в промежутках иногда новое, иногда не новое. То есть он какие-то операции кэширует, а потом экономит на это. Вот. Ну и вот мы, собственно, вручную, ну, воочию увидели, как эта экономия сократила нам время в 50 раз, да, время исполнения. Так что вот. Никаких других техник тут по сравнению с моим предыдущим решением здесь не используется. Даже здесь чуть медленнее сделано, потому что мы используем еще промежуточные мапы. В прошлом решении у меня была структура такая, что у тебя здесь value, а потом children. Все в плоском списке. Тоже, кстати, нормально, но в промышленном коде я бы так делать не стал, потому что это совершенно нечитаемо. Да? У тебя где-то там написано, типа ends ноде 0. И имеется в виду взять value. То есть это очень плохо. Ты никогда не догадаешься, что 0 это value. Зато там очень красиво разруливалась вот эта вот штука. То есть вот здесь, когда мы говорим visit child, например, да, здесь передается номер child'а, и он one-based. Не zero-based, а one-based. То есть от единицы считается. С первого child единица. И если у тебя на нулевом месте стоит value, то как раз эти индексы совпадают. То есть здесь вот нам пришлось вычитать единичку от этого числа, да, когда мы pass вставляем. Там не нужно было. Ну и там pass, естественно, был гораздо проще. То есть у нас сейчас это типа children 0, children 5, children 7. То есть вот это children, оно каждый второй, да, идет. Вот, там такой штуки не было, потому что у нас они типа value. Но зато вместо вот ends ноги 0 у нас типа value ноги. И children ноги. Или ends children ноги там 5, допустим, да. То есть это, мне кажется, гораздо более читабельно, гораздо более searchable, то есть ты эти слова тупо можешь по код-базе погребать и найти, где это используется, чем вот такое. Вот next node — это на самом деле взять детей, ну что это такое, ну конечно, это вообще не говоришь. Поэтому наша структура для нормального кода, она более, у нее больше шансов, скажем так, что кто-то потом возьмет и разберется с этим. Вот. Ну все, спасибо за внимание. Надеюсь, это было интересно, полезно и не знаю, что еще. Не онлайн,
сегодня, но как есть. Вот. Да, все. Всем пока. До встречи. Очень хотелось сделать эту задачу просто. Всем пока.